Приветствую всех начинающих программистов, которые изучают различные инструменты. И мы с вами сделаем небольшой вспомогательный урок по использованию Unity Package, специальных файлов, которые помогут продолжать работать над проектом, даже если мы его не начинали. Итак, у меня уже есть проект, который я упаковала в специальный файл, который называется Unity Package File. Как его упаковывать, я сделаю отдельный урок. А сейчас мы создадим свой новый проект и используем вот этот Unity Package как образец, как начало нашего проекта нового. Итак, я запускаю Unity Hub. Надеюсь, все уже знают, что такое Unity Hub. И с помощью Unity Hub мы можем как открыть существующий проект, так и создать новый. Сейчас мы создадим новый для того, чтобы в него попали все элементы проекта, уже упакованного в Unity Package. Я сделаю, это у меня дубль проекта анимации снежинок, первая его часть, которая подготовлена для того, чтобы продолжить работать с этим проектом. Но аналогичным образом можно будет потом импортировать себе в свои проекты материалы другие и других проектов, и других частей нашего цикла уроков по анимации снежинок. Итак, я делаю Snow Double, такой вот проект. Еще раз напомню, что очень важно ввести адекватное название проекта, чтобы понимать, какой проект чему посвящен, а также задать место размещения папку для всех проектов. Желательно, чтобы эта папка была на диске D, но если нам необходимо изменить путь, то мы нажимаем на многоточие и выбираем необходимую папку. Я это делать не буду, поскольку у меня папка выбрана нужная. И нажимаем Create. Запускается Unity. И у нас проект пустой, с пустой сценой. Сейчас мы в этот проект импортируем наш Unity Package. Сделать это можно несколькими способами. Самый такой, на мой взгляд, понятный, это просто перетащить вот этот файл Unity Package в окно Project, вот таким вот образом, и отпустить левую кнопку мыши. В принципе, можно двойным кликом запустить этот файл, и то же самое мы получим в Unity. У нас открывается специальное окно импорта, и мы нажимаем на кнопку Import. Ну и есть пункт меню Import, который тоже я сейчас покажу, но сначала мы импортируем то, что было в файле. Вот здесь очень важное сообщение появилось, говорящее о том, что у нас есть уже сцена под названием SampleSyn. Вот она, SampleSyn в проекте, но она пустая. И меня Unity спрашивает, хочу ли я перезагрузить эту сцену. Если ваша сцена не пустая и загружается, импортируется сцена с тем же именем, это опасно тем, что ваша сцена перезапишется. Поэтому очень важно, чтобы имена сцен были разными. Сейчас я понимаю, что мне нужно перезаписать, я нажимаю Reload. И вот у меня сцена SampleSyn, с которой мы будем работать во второй части урока по созданию анимации снежинок. Пока просто могу запустить, чтобы вы увидели, что все работает. Вот снежинки падают. Еще один способ импорта – это пункт меню Assets, и здесь вот Import Package, и выбираем Custom Package, выбираем папку, в которой наш импортируемый файл. Тоже так можно. Но перетащить, мне кажется, самый такой простой и понятный способ. Еще раз повторю, это был вспомогательный урок, который может вам понадобиться в тех случаях, если вы хотите использовать готовые проекты, готовые Unity Package файлы. Как создать Unity Package файл, это будет отдельный урок. До встречи в следующих наших уроках.